Завершился чемпионат России по плаванию в короткой воде в городе Санкт-Петербурге. И по его итогу Калужская область заняла 3 золотых медали. Все у Каменевой Марии на дистанциях 50 и 100 метров на спине, 100 метров вольным стилем. Также 5 серебряных медалей, одна из которых у Маши Каменевой на дистанции 50 метров вольным стилем. Уступила она рекордсменке страны Арине Сурковой, которая на этих соревнованиях побила 2 рекорда России. Также серебро у Савенко Дмитрия на дистанции 200 вольным стилем, а также в 3 эстафетах 4 по 50 метров вольным стилем у мужчин, 4 по 50 метров вольным стилем у женщин, а также эстафета 4 по 50 метров комплексное плавание смешанное. И 4 бронзы у команды Калужской области. Одна из них это Савенко Дмитрий на дистанции 100 метров комплексным плаванием. И 3 эстафеты, 4 по 100 метров вольный стиль мужская, 4 по 50 метров комплексное плавание мужская и 4 по 50 метров вольным стилем смешанная эстафета. Поздравляю наших спортсменов, которые боролись в эстафете. Это Вековищев Михаил, Фесиков Сергей, Волошин Антон, Герасименко Владислав, Гайфудинова Алина, Давыдова Елена, Малахова Полина и Каменева Мария. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов. И хочу отметить, что этот чемпионат России прошел на очень высоком уровне. Были показаны результаты лучшие сезона в мире у Колесникова Климента, у Чекуновой Евгении, а также побитые рекорды России Ариной Сурковой и Степановым Александром, а также Бородиным Ильей. Чемпионат показал, что наше плавание сейчас находится на подъеме, несмотря ни на какие санкции. И наша команда Калужской области продолжает отлично выступать на достойном уровне на этом чемпионате страны. Наша команда по очкам заняла 5-е место. Спасибо за внимание.